Дорогие друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. И прямо сейчас в News Time о самых интересных событиях в российском и зарубежном шоу-бизнесе. News Time. В клипе Лены Темниковой снялась эпатажная пара. В свежем видео оказался странным, главные роли достались влюбленным с внушительным количеством татуировок. В социальных сетях ролик набрал более 1 000 000 просмотров за первые сутки. News Time. Нюша заинтриговала поклонников кадрами из клипа. Новое видео «Не боюсь» было снято в футуристическом стиле. Для поддержания интриги певица предложила фэнам самим угадать развитие сюжетной линии. News Time. Друзья, мы продолжаем. Прямо сейчас сюжет дня. News Time. Сейчас о переменах в жизни звезд. Робби Уильямс сделал себе татуировку в честь своего покойного продюсера. Вместе с Дэвидом Эндховеном певец работал более 20 лет. Дэвид умер в прошлом году. Я скучаю по нему и вспоминаю его каждый день. Не побоялся изменить себя и Натан. Рэпер выпустил мрачное видео «Гипнотайз», где предстал в белых линзах. Получилось жутковато. Скандальная рэперша Азилия Бэнкс тем временем попробовала себя в роли актрисы. В драме «Love Beats Rhymes» звезда сыграла юную девушку, мечтающую покорить мир хип-хопа. Сюжет, кстати, совпадает с биографией рэперши. «Однажды в детстве я сказала себе, стоп, мне уже 14, а я еще не знаменита, это смешно. Я уже давно должна сниматься в клипах, и лет 16 я начала читать рэп». Ну а художественная картина о восхождении героини Азилии Бэнкс выйдет 1 декабря. News Time. Друзья, на сегодня все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.